шановні телеглядачі, ви дивитесь «Гарячу лінію» на телеканалі «Миколаїв». Сьогодні з вами Віолетта Руцінян. І у нас в гостях Лариса Клопова, керівник проєкту «Миколаївська школа медіації». Отже, ми сьогодні будемо говорити про школу медіації. Доброго дня вам! Розкажіть, будь ласка, про ваш напрямок роботи і чим займається, і взагалі, що це таке «Миколаївська школа медіації». Миколаївська школа медиации возникла только в этом году. И это один из проектов многочисленных всеукраинской благотворительной организации «Инициатива за рады життя». Эта организация реализует очень много проектов, направленных на социальную сферу. И вот изучая те процессы, которые сейчас происходят в Украине и в частности в Николаевской области, понимая, что готовность к переговорам, к умению вести диалоги, к тому, чтобы решать вопросы мирным путем, очень важна и актуальна на сегодня. И вот медиация является одним из способов таких альтернативных решения вопросов и споров. Медиация как процесс существовала очень давно, и корни ее глубоко в древность уходят. И умение решать вопросы с помощью переговоров это хороший дар такой, да, то есть не насильственным путем, не через суд, а через переговоры, через умение договариваться. Так, дійсно, ми в Україні ще, на жаль, не вміємо вирішувати сутички дипломатичним шляхом. І в той час, коли на міжнародному рівні це вже давно використовується. Да, безусловно. На міжнародному рівні существують давно законы про медиацию. На постсоветском пространстве есть страны, это и Россия, это Белоруссия, Молдова, Казахстан, в которых уже есть эти законы, они давно действуют. По-разному развивается сам процесс вот, принятия обществом, да, возможности решать споры через, не через суд, а путем переговоров. Но вот там эти законы существуют, и подготовка медиаторов, распространение самоуслуги, да, предоставление услуги уже немножечко на другом уровне. Для Украины умение решать просто вопросы через переговоры тоже не новое. Мы умели всегда договариваться и решать. Но на сегодняшний день закон о медиации не принят. Есть только проект закона, который обсуждается, и обсуждается кодекс медиатора на сегодняшний день в Украине очень активно. То есть предпосылки для того, чтобы принять закон о медиации и распространять эту услугу, это умение решать конфликты, ну, уже созданы, скажем так. Как планируется работа Миколаївської школи медіації? Це якісь певні тренінги для людей? Чи в якому режимі? Може, онлайн-тренінги? Ну, у нас був проєкт Миколаївської школи медіації, який був підтримав Міністерством іноземних справ Федеративної Республіки Германія. Ми цей проєкт реалізовували в співпраці з громадською організацією «Луганський гуманітарний центр». Преподаватели у нас были, это преподаватели университета внутренних дел имени Дидоренко Луганского университета и Луганского университета имени Шевченко. Это специалисты, которые уже имели опыт в Луганске, формирование луганской группы медиации, поддержки ее, подготовки специалистов и распространение этого опыта в том регионе. И программа, которой они пользовались, это программа, по которой готовятся американские специалисты. Да. И вот они нам ее предложили, мы провели обучение, у нас 28 человек, тех, кто прошел обучение, успешно закончил этот курс, и мы готовы приступать уже к практической деятельности. То есть первые шаги есть, мы программу изучали юристы, психологи, социальные работники из различных структур. Это и государственные структуры, правоохранительные, и социальная сфера, и общественные организации. То есть это певні фахівці будут идти на эти тренинги, або будь-який пересічний громадянин, який зацікавиться цим навчанням, може прийти до вас і ви його навчите?
Ну, вообще необходимо, конечно, иметь образование, базовая психология, юридическая, социальная работа. Во всем мире очень широко приветствуются, когда этим занимаются адвокаты и юристы. Но вот психологи точно так же имеют возможность, умения, навыки проведения переговорного процесса. Поэтому вот социальні працівники, психологи, юристи – це ті, хто можуть навчитися. Тобто це планується нова професія у нас? Так, да, це буде нова професія. Це не просто якийсь навик для життя, це буде професія у нас. Це буде нова. Чудово. І вже у нас започаткувалися це навчання в Миколаєві? Так, да, у нас вже пройшло обучення. От з мая по сентябрь у нас пройшло 3 сесії. Сессии были в тренинговом режиме, супервизионная сессия в конце, когда уже специалисты, которые предоставляли услуги медиации, могли обговорить с тренерами свои навыки, успехи, ошибки какие-то, ну и поработать над тем, как им усовершенствоваться в этом направлении. А який термин навчання? У нас вот время было вот 3 месяца мы обучались. Это было несколько встреч по 3 дня. То есть три встречи по 3 дня, вот так вот скажем. Як ви вважаєте, чи можна зробити в прямому сенсі цього слова нового фахівця з медіації за 3 місяці? Чи все ж таки цього замало і треба додаткові якісь навчання проводити? Смотрите, во-первых, эти знания укладываются на базу, которая есть. Это уже специалисты, имеющие опыт консультирования, взаимодействия, общения, эффективного общения и так далее. Даются особые навыки, которые способствуют тому, что человек умеет потом лучше, скажем так, контактировать, лучше понимать собеседника, лучше выводить, понимать его потребности и помогать им выходить на потребности друг друга. И плюс к этому, безусловно, в каждом направлении будут свои нюансы, да, то есть я сейчас немножечко хочу сказать о том вообще, что такое медиация, да. Так, расскажите, пожалуйста, дальше. Да, и вернусь к вопросу, и поэтому вот есть базовый курс, и, безусловно, есть такие узенькие специальные курсы, которые потом нужно будет. Це свого роду підвищення кваліфікації, просто фахівців, які вже працюють в цьому напрямку. Да, да. Добре, розкажіть, будь ласка, детальніше, що таке медіація, щоб ми з миколаївцем розуміли. Медіація – це несудебний спосіб рішення конфліктів, спорів, коли к нему, к рішенню цих конфліктів, привлекається третій чоловік. Этот чоловік ніяк не заінтересован, він нейтрален. Он является посредником между двумя сторонами, которые сейчас находятся в конфликте и самостоятельно не могут его решить. Это если мы говорим вообще о человеке, который просто помогает людям решать вопросы, это тоже будет медиация. Но вот в контексте этой профессии медиации, сама вот профессия медиации, медиатора, это человек, который должен быть, ну, понимать процедуру, которая есть вот в предоставление этой услуги и иметь особые такие, ну, навыки работы. Это умение общаться, умение понимать собеседника и одну и другую сторону, быть нейтральным, умение сохранять конфиденциальность, это очень важно, понимать, где границы его вмешательства в процедуру, в этот процесс, понимание того, как он должен вести этот процесс, ну, в общем-то, высокий уровень профессионализма в плане именно общения. А какие переваги медиации перед судовым процессом? Ну, судебные процессы – это дорогое удовольствие, скажем так, это издержки судебные на адвокатов, это один минус. Безусловно, медиация – это более быстрый процесс. Суды из-за своей перенагрузки могут длиться и годами, мы знаем, да, какие-то судебные дела разбираются. Медиация после судебного процесса очень сложно сохранить межличностные отношения хорошие. Медиация дает такую возможность, потому что как раз вот во время медиации можно договориться и прийти к такому соглашению, которое будет устраивать обе стороны при помощи медиатора. Он просто поможет. Тобто, наприклад, розлучення, так?
Можна да, використовувати безусловно. Цей процес? Якщо подружжя... Розділ імущества, де буде жити ребенок, скільки времени общаться. Медіація може використовуватися і в трудових конфліктах, і в бізнесі, і в кримінальних ділах, і в сімейних ділах. Например, наша вот, ну, торговая палата, и там, там есть центр примирения и посредничества, который давно работает именно с трудовыми коллективами, когда решаются такие конфликты трудовых коллективов и администрации. Но это немножечко как бы более частные такие вопросы. Как организовывается судовый процесс, мы уже знаем. А от як буде організовуватись процес медіації, трошки не зрозуміло. Роз'ясніть нам, будь ласка. Безусловно, основним і очень важным должно быть то, что обе стороны должны быть готовы к решению конфликта. И они должны быть заинтересованы в том, чтобы выйти из конфликта, ну, с какими-то хорошими отношениями друг к другу, да? То есть не разрыв отношений, а возможность поддерживать дальнейшие отношения. Поэтому вот понимание ответственности своей в принятии решений, потому что ведь в медиации нет такого контроля за принятым решением, как, например, в суде. Да? То есть две стороны встречаются. Безусловно, медиатор проводит предварительную работу, может проводить, но по процедуре, в некоторых случаях она не обязательна. И он готовит обе стороны к тому, чтобы к участию в этом процедуре медиации. Тобто окремо працює с кожным... Да, он может работать с каждой стороной. Вот. Он рассказывает, что такое медиация, какой это процесс, помогает подготовить, осознать свои какие-то проблемы, да, осознать свои потребности в этом конфликте и готовит эту встречу, когда встречаются две стороны, за круглым столом сидят, посередине сидит медиатор, две стороны, и по определенной процедуре у них есть возможность рассказать о том, как они видят конфликт, чего они хотят в результате достичь решения конфликта, какие требования у них друг к другу, да, для того, чтобы этот конфликт можно было исчерпать. Вот на основании вот этих вот рассказов одной и другой стороны медиатор помогает им выработать такие решения с помощью, ну, определенных процедур, которые бы удовлетворяли обе стороны, помогает им найти вот эту точку согласия. От ви сказали, що судовий процес – це не дешева процедура. А скільки коштуватиме медіація? Чи по кишені буде нашим громадянам? Ну, на сьогодні, поскольку ще все-таки нет закону і цифри цієї нет. В Украине есть Украинский центр медиации, который предоставляет такие услуги. Пока еще я не могу вам сказать, сколько это будет стоить, просто таких расценок нет. Те, кто прошли сейчас обучение вот в школе нашей медиации, они предоставляют эти услуги бесплатно. Напрацьовують досвід. Да, они получают пока что опыт этот, и пока что они применяют его на своих рабочих местах, потому что это работники социальной сферы, правоохранительных органов, и к ним непосредственно обращаются люди в конфликте, и они помогают им решать. А скільки коштує навчання? Ну, поскольку це був проєкт, воно теж було безплатно. Ага. Але це на сьогодні це все так, ну, взагалі, я бачила розцінки, ну, Українського центру медіації, ну, це кілька тисяч. І буде сплачувати ці декілька тисяч сама людина, яка хоче, чи ну, підприємство, яке зацікавлено? Це невідомо. Як угодно, так, да, як угодно. За рубежом очень сильно распространена эта услуга, предоставление услуги медиации и другие. Не обязательно через переговоры, решения, третейские суды, арбитражные, мировые соглашения и так далее. Много вот таких вот форм достижения какой-то сгоды и поразумения, да? Вот. Но вот медиатор, коуч-медиатор – это достаточно престижное такое вот объединение двух навыков и распространенное за рубежом. От, до речі, щодо популярності за кордоном. В Україні це не перший рік існує, таке поняття як медіація. Але чому й досі воно не здобуло популярність і чому й досі в законодавстві це не передбачено? Ну, давно рассматривается законопроект о медиации, он проходил несколько чтений, очень много экспертных оценок идет,
Ну, наверное, мы идем к этому. Просто не добуло популярности, бо в законодавстве це не прописано. Вы знаете, я читала достаточно много статей, где как раз вот исследуют наши научные сотрудники о том, почему это распространено или не распространено на постсоветском пространстве. Может, менталитет не дозволяет. Там анализируются и ментальности, прошлое наше, да, и какие-то опыты ошибок, и привычки, и травмы, и много-много чего. Поэтому я думаю, что мы все равно на пути к Европе и к демократическому решению многих вопросов, в том числе вот такими способами, переговорными. Так, але ж із життя можна спостерігати, що нам краще посваритися і не розмовляти, ніж сісти і вирішити проблему так дипломатичним шляхом. Але я думаю, що це все ж таки через менталітет. Я думаю, що незабаром приймуть все ж таки законопроект. Які є ще позитивні сторони з міжнародного досвіду, бо у нас досвіду ще немає такого, щоб робити висновки позитивне-негативне. Які є позитивні і негативні сторони цієї процедури? Ну, опять-таки, из исследований, которые на сегодняшний день много очень описано в международном опыте, до 80% тех дел, которые передаются на рассмотрение медиаторам, решаются позитивно. То есть это все-таки они помогают людям налаживать отношения, сохранять их и решать различные проблемы. Если мы говорим о том, что за рубежом это все-таки встроено в судебную систему, и если там судья видит, что этот вопрос можно решить с помощью медиации, он просто перенаправляет это дело медиатору, и потом уже та договоренность, которая разрабатывается, фиксируется в процессе медиации, потом принимается судом, как, ну, как мировое соглашение, скажем так. Поэтому вот очень распространена медиация за рубежом, особенно в Америке. И вот они говорят, о, цифра везде мелькает, 80% дел, которые отправлены на медиацию, решаются позитивно. Это и полегшает судовую процедуру? Безусловно. Это очень сильно разгружает суды. А от скажіть, будь ласка, як до цього причетне посольство Федеративної Республіки Німеччини? Ви на початку програми про це заговорили. Ну, это наши грантодатели, и прекрасная такая поддержка и возможность изучить опыт. И на сегодняшний день я знаю, что много проектов, когда можно ознакомиться с опытом ведения переговоров и вообще построения диалогов, социальных диалогов, как раз которые к нам приходят из Европы. И когда мы можем переложить их опыт на нашу ментальность, да, на наше общество, и также научиться применять их. Это не только медиация, это вот сейчас социальные посредники, переговорщики, ненасильственное общение. То есть очень много таких новых, ну, скорее всего, не новых, может быть, для нас обозначенных как-то по-новому, потому что на самом-то деле мы прекрасно умеем пользоваться переговорными, да, такими процессами. Новый погляд на звичні речі, скажем так. Да, да. Может быть, новое название на то, что мы умеем, новые акценты. И, наверное, вот в связи с... Ну, в общем-то, есть необходимость это принять и этим пользоваться. Поэтому вот хорошо, что есть такие доноры, которые поддержали эту идею, ну, и помогли ее нам внедрить. Так, и без міжнародного досвіду, без міжнародної підтримки, нам дуже складно і рухатись вперед. І скажіть, будь ласка, ви як керівник проєкту, ви теж проходили, мабуть, ці навчання. Хто були вашими вчителями? Це теж міжнародні фахівці чи наші просто спеціалісти в такому вузькому профілі? Ну, я вже говорила про те, що дану програму обучения нам предоставил Луганский гуманитарный центр и преподаватели Луганского университета внутренних дел имени Дидоренко и имени Шевченко. Два университета, было два преподавателя. Они имеют опыт как переговорный, так и подготовки медиаторов у себя вот в Луганске. И, кстати, они в свое время, когда начинались процессы в 2012-2013 году, они участвовали в переговорах. Ну вот, ну не все они были удачные, но вот такой опыт у них есть, вот переговорные, вести переговорные процессы. Но программа ими апробирована,
Программа очень хорошо так сконструирована, она рассматривает вопросы, что такое конфликты, какие качества должны быть у медиатора, отработка, умение общаться, ну и сама процедура медиации, естественно, умение задавать вопросы, умение ставить приоритеты, ну и многие-многие. Угу. А скажи, будь ласка, це лише в Миколаєві зараз буде така школа медіації, чи взагалі по Україні? Угу. Ну, обучение такое происходит и в Киеве, другие организации ведут его. Я знаю, что в Одессе есть Академия медиации, во Львове есть группа медиаторов, в Харькове. То есть пока что на сегодня такие локальные, как бы, инициативные организации, которые берут на себя смелость, я бы так сказала. Тобто и нашему Миколаєву выпала честь такой, будто школы медиации. Чудово. А кто эти люди, которые будут навчати новых фахівців? Ну, пока что мы все-таки еще пока мы найдем тот опыт, да, набудемо досвіду, да, пока мы научимся, то мы будем приглашать все-таки опытных специалистов для обучения. Мы будем приглашать специалистов из Киева. Возможно, я бы очень хотела видеть и тех, кто за рубежом преподает, потому что у них есть, у них, безусловно, свои рамки какие-то есть, но опыт есть, нюансы какие-то. Вот. Пока что мы будем опираться на опытных специалистов. Когда уже сами приобретем опыт, наверное, возьмем смелость на себя. А те первые выпускники, кто их навчав? Ну, вот я вам говорила, преподаватели Дидоренко и Шевченко. Тобто вони приїжджали до нас? Они приїжджали к нам, да. Після завершення навчання якісь сертифікати отримують люди? Да, да. Як підтверджують свої знання? Да, у нас є сертифікат, вот, который подписан, ну, организациями, которые вот принимали участие в том, чтобы обучить этих специалистов. И наши специалисты уже имеют такой опыт поддержки людей в конфликте. Нужно сказать, что проходили обучение различные специалисты. Например, вот специалисты социальной сферы, они больше были направлены на решение семейных конфликтов. И у них вот опыт был такой. В период обучения у нас специальная программа, там, где нужно было практический опыт получить. И они как раз вот приобретали его, решая семейные конфликты. Есть у нас опыт и решение вопросов. Вот мониторингового центра специалист у нас проходила, Татьяна Васильевна Добрытник, то она решала вопросы даже между двумя группами, которые, ну, как бы предотвратила своим переговорным умением вести переговоры такое столкновение двух общественных организаций. Ну и также была направлена на решение такого конфликта семейного. Кроме этого, еще наши выпускники решали вопросы, связанные с земельным, с конфликтом с землей. Да, вот. И достаточное количество запросов было от детей, которые находятся в конфликте с законом, детей-правонарушителей. Потому что если ребенок, совершив правонарушение, попадает в тюрьму, да, то мы понимаем, что ну, сложно его исправить, там, да, а возможность решить вопросы до суда и на уровне переговора возместить ущерб, помочь ребенку осознать проблему, убережет его от попадания вот, в пенитенциарную систему. От, до речі, питання. Як зрозуміти, які питання може вирішити медіатор, а які просто недоцільно звертатись? Но самое главное, что обе стороны должны быть готовы и хотеть идти на решение этой проблемы. И, безусловно, те вопросы, которые связаны с насилием, потому что медиатор просто обязан о них сообщить, скрывать, особенно в отношении ребенка. Да, если есть угрозы во время медиации, он слышит одной стороны в отношении другой. Если что-то в рассказе будет проговорено о том, что было совершено насилие, жестокое отношение к ребенку, то просто нет смысла вести переговоры на этом уровне. И медиатор, ну, он просто обязан сообщить об этом. И как найти медиатора в Миколаеве? До кого звертатись? На сегодняшний день все координаты тех, кто прошел, закончил школу медиации, есть вот в организации.
Я попрошу вас, от телефончик. Так, да, звичайно. Да, можна за телефонами 370549, а також мобільний 067-512-16-31. Я повторю, телефон 370549 і 067-512-16-31. За цими номерами телефону можна звернутися і попросити фахівця. Да, спеціаліста, який вже спеціаліст общественної організації, направить к тому медіатору, який може бути більше по профілю. Дякую вам за цікаву інформацію. Сподіваюся, що вже незабаром в нашому українському законодавстві з'явиться таке поняття, як медіація, що вирішувати проблеми можна дійсно дипломатичним шляхом. З вами була Віола Тортюнян. Сьогодні у мене в гостях була Лариса Клопова, керівник проєкту «Миколаївська школа медіації». Ви дивились «Гарячу лінію» на телеканалі «Миколаїв». До зустрічі. З нами залишайтеся.